Ну что, ребят, всем раз, разик, приветствую. Мы снова в этой игре, снова в клете. И в этот раз у меня есть много информации дополнительной. Во-первых, я почитал, как тут все работает, бесконечные здесь этажи. Сейчас скажу самое главное, здесь не бесконечные этажи, по крайней мере в демо-режиме. Только я помню, сколько их здесь, 78, как было написано в какой-то статье от человека, да, либо 69, как показано здесь в главном, ну, на главном экране загрузки, да, в меню, когда мы только-только зашли. Вот, там еще это дело видно и интересно. Много чего почитал, много чего узнал уже, ну, вот мы поговорили, да. Поговорили уже с человечком, да. И в целом сегодня будет пободрять. Мы попробуем пройти до конца. То есть до самого последнего этажа. И спросим, что это за чел вообще? Кто это вообще, блядь? Ну это ж кто вообще, блядь? Ну это что? Это вот, ну что это такое? Что это человек, да, вообще? Ну что это такое, блядь? Тут, что такое, блядь, вообще нахуй? Я вам скажу, кто это. Фараон, да? Фараон, который был в прошлой серии, собственно, и. Сегодня мы с ним пройдем до конца, попробуем пройти до конца эту игрушечку, по крайней мере, да, ну, в демо-версии, попробуем пройти до конца. Я постараюсь сделать максимально, он тоже, поэтому представь, поудобнее надевать плетик, где нам придет пить, или пить воды, при этом просмотре, если не видел в прошлой серии, в описании ссылочка, в верхнем правом углу подсказочки, ссылочка там на плейлист с полным прохождением данной игры, да, там с обзором и с просмотром онлайн, грубо говоря, да, там тоже интересные серии, смешные. Вот, подсказочка, там и другие серии, да, по другим играм есть, да, и, в принципе, прошлой серии плейлист также прикреплен. Вот, если телефон смотришь чуть ниже, описание спускаешь, там те же самые подсказочки. Вот, прямо просмотр, а мы, собственно, с вами начинаем. О, привет! Алло. Давай, let's go, готов? Let's go, конечно. Что, ты точно будешь, ну, прям на максимум выкладывать, чтобы до конца дойти? Потому что там либо 78, либо 69. 100%. Давай, поехали. Вот, на некоторых мы можем остановиться с тобой. Короче, этажах есть квадратики, короче, видишь, тут есть квадратики, есть кружочки этажи. Ну, понятно, где? Тут еще будет монета нарисована. Нужно за этим тоже следить, монета будет. Если монета будет нарисована, можно вот так взять, остановить, короче, понял? Видишь, можем сами остановить все это дело, вот. Допустим. Можем пойти погулять по четвертому этажу. Собственно, это сюда... Давай. Нам нужно с тобой еще искать эти самые шестеренки, чтобы, понял, улучшать сканер. Знаешь для чего? Чтобы он сканировал максимально далеко. То есть, чтобы один мог сидеть, просто нажимать сканер, ты мог пробежаться, или я там побегусь, и все, быстренько посмотрю, и все. Нормально. Ну, как я понял, там еще какие-то темы он дает, я не знаю, ну, по крайней мере, только дальность увидел. Так, ну я бронежилет нашел. О, красавчик, я пойду дальше, там тупик, поэтому можно оттуда идти. Я пойду в другую сторону. О. Да. Здесь, собственно, ничего такого нет. Такого ничего здесь нету. Коробочки можно поломать вот так вот просто, на них вот прыгать. Ну, хочешь попробовать? А, там тупик. Да, я же сказал, там ничего нету больше. Попробуй по коробке вот так попрыгать просто, вот так вот. Вот, вот так просто на нее прыгаешь и все. Вот, видишь? Желтый тоже вот эти можно ломать. Но, как я знаю, из них ничего не падает особо, то есть их бессмысленно ломать. Из них ничего не падает, поэтому погнали туда, что, пойду туда, потом сгоняю быстренько. Опа, шестереночка сюда идет. Лутик есть. А, нормально, чел. Не, ну реально, ну ты красавчик, ну молодец, реально. Там, ну, стабильность. А ты даже не сказал. Я не видел, я пробежал еще с той стороны. Ты сказал, что ты что? Ты в него ударил. У тебя кровь течет, в курсе? Здесь еще дальше, если будешь идти, здесь это, ну, это самое, короче. Веревочка, растяжка. Так, бутылочки тоже надо собирать. Тоже на них можно что-то купить. А какие, кстати, перки у тебя? Да, у меня...
плюс 15 к скидке на все траты, плюс 15 к исходящему урону, плюс 15 и плюс 25, а плюс 10 к исходящему урону и плюс 20 к максимальному здоровью. А-а-а. То есть, ну, грубо говоря, у меня у тебя плюс, а у меня минус 15 к скидке на все траты. То есть, короче, ты будешь покупать, если что. У меня плюс 10 к исходящему урону и плюс 12 к скорости передвижения. Ну, то есть, такие пойдут перки, в принципе. А у тебя еще раз такие, скидка в магазине есть, что еще там? Ну, плюс 15 скидка в магазине, плюс 20 к моему урону процентов и плюс 10 к исходящему урону. О, даже так? То смотри, убийство священника с 451 этажа. Значит, как бы тут... Но тут написано, что в демо здесь 78, либо 69 этажей. Ну, там 78 написано, я делаю вывод, что 69, потому что там, ну, на главном загрузочном экране так написано. То есть это же демо еще. Может быть, знаешь, может быть в релизе там будет, ну, много этажей, я не знаю. Но здесь написано, что их не очень много-то. Особенно, к тому же это просто демка. Поэтому как так? Так, я... Так, ну ты все обследовал, да? Слева, да, да, да. Там, да, там ничего больше нету. Вот. У нас у сканер уровня 2. Собственно. Ну, я еще шестеренку. Кстати, можешь на них в курсе так просто смотреть, и там написано, типа, их состояние. Состояние, скорость подчинки. А, еще, кстати, знаешь, что? На, вот смотри, вот, на, вот видишь, наведено, видишь, точно 40. Еще знаешь, что он дает, когда улучшаешь его? Mm. У тебя меньше расходуется бензин и меньше ломается тот тема, или она быстро чинится, короче. А у меня еще шестеренка. О, давай, давай, улучшай, улучшай, улучшай. То есть у нас бензин будет очень медленно расходоваться, понял, с каждым уровнем. Все, думаю, можно ехать, погнали. Все собрал там. Да. Ну, поехали. Напоминается, максимальный уровень, ну, максимальный этаж, к которому мы дошли, это 35 вроде, да, был 35 уровень. Ну, что такое? Вот, смотри, вот написано, смотри, тут улучшение есть и инструменты, видишь, он. Топливо, а-а-а, улучшение, инструменты, левел 4 еще. Так, ну что, пошли, да, обследуем быстренько. Давай. У нас, в принципе, с тобой два этих есть, два гаечных ключа и две канистры, в принципе, можем идти. Да, ты... Сканарни. Вот. Так, я коробки тоже ломаю, потому что... Чё, ты в ту сторону пойдешь, я пойду туда противоположную. Да, давай. Чтоб так было быстрее особо. О, бутылочки, ты их тоже собираешь еще? Да, я собираюсь. Что, у меня их уже 10? Не, 5. Так, о, здесь бутылок сколько? О, шестереночка, добрый вечер. Что-то как-то вот... Сыпи, сыпи, да. Ты заметил, в этот раз, типа, шестеренок очень много. В прошлый раз у нас вообще ни одной шестеренки не было. Ну, была там одна. Ну да, но... Я, когда мы с тобой играли в прошлый раз, типа, я, ну, вообще не заметил ни одной шестеренки. Вообще ни одной. Ну, а сейчас прям сыпет, хорошо. Ай, блин. Больно. Так, вот я вот про эту щель говорил, собственно, вот про эту щель. Но там особо не говорят, что ничего нет, там говорят, что либо генератор с гаечным ключом, либо ничего не будет, просто генератор будет стоять, поэтому нет смысла ее даже ломать. Так, здесь тупик. Так, здесь ничего нет, погнали в дверки посмотрим. Так, здесь аккуратненько. Здесь ничего у нас нету. Здесь у нас ничего нет особо. Ой, ебать, что это? Я нашел еще этот гаечный ключ. 100% который. Алло. То есть у нас с тобой три ключа, которые по 100%. У меня аптечка. Так, ее тоже лучше тогда ставь, чтобы ну, так просто не тратить. Потому что я думаю, там чем ниже будем спускаться, тем, конечно, будет сложнее. А, чтобы сканировать топливо тратится? Нет, вроде нет. Да, но я вот нажимаю сканировать, там написано нет топлива. А, еще тут, кстати, есть батарейки для фонарика. Я их когда один проходил, ну, когда не смотрел, находил одну батарейку, она еще дает тебе, ну, больше длительности заряда, грубо говоря. То есть у тебя фонарик будет не так быстро заряжаться тоже.
А, вот, да, вот этот череп, про который ты говорил. Да, вот она как раз таки. Там ничего нет больше, я все забрал. Все. Вот это, кстати, вот это можно заправить, кстати. Вот это можно заправить, здесь 15%. Можем заправить ее, собственно. Подарочек, кстати. Во. Значит, мы все собрали. Вот ее туда лучше клади, туда клади. Все заправить? Не-не. Даже здесь сотка. 15%. Я который вообще лоу. Лоу там бензина, я их заправил. Так, починим тогда, собственно, давай. Я один ключ потрачу тогда. На 100% все починю сейчас. Все. Третий ключ, если что, ты используй третий ключ, короче, вон, смотри. Ну, погнали. Третий ключ, короче, используй. Если что. Ну, я смотрю, уже вон, то, реально, улучшения есть какие-то даже. Интересно. А. О, 11, смотри. Улучшить. Все, точность 50% у нас с тобой. А, это тот самый. Тот самый этаж. Ты помнишь, что наебалово было? А, давай сканернем, а вот, да, вот Саня. А, он даже не наебочные вещи. Прям. Давай это ладно, поломай пока эти. Так, пока что то же самое, так я тогда открываю. Кстати, ты смотри, можно открыть, смотри, чуть-чуть. Что это такое, блядь, что за звуки, блядь? Вот, смотри, смотри сюда к двери. Здесь можно, видишь, ее открыть чуть-чуть. И видишь, смотри, отойти, и видишь, прогресс сохраняется. То есть не нужно будет по заново начинать. Там какая-то хуйня, чел, я поехал дальше, реально. Ну, можно, конечно, посмотреть, но там какая-то хуйня. Там, ты слышал? Ты слышал? Да, быстро. Бля, чел, ну его нахуй. Ну давай я пизду, ничего. Я вот сейчас заправлю этот лучший бенз. Давайте бутылки отдам. Не-не, ты просто открой, посмотри и сюда забегай сразу. Типа, это ручник ебану. Ну там какая-то хуйня явно, блядь. Сейчас возьми мне фонарик. Давай. У, бля, бля. Это тот самый, короче, чел, который этот, ну, он наносит нам урон, это гриб, чел-гриб, короче. Это против... видел его. Это чел-гриб, я чуть-чуть видел, короче, это противник, который наносит урон. Бля, надо это. Бенц, о, все. Это, короче, противник, который наносит урон, он медленный, но он наносит урон, короче, нормальный такой. И все. Можем, кстати, остановиться уже, кстати, можем еще на 20-м уровне. Да, вот сейчас 19-м. Да, давай, ну а все равно топлива нет он. Ну все, да. А вон деньги. Где? Вон там больше 20 уровень деньги. Ну можно остановиться, сейчас поехать сразу остановиться. Погнали, найдем что-нибудь. Давай. Так, ну давай-то я пойду туда, направо. Сразу же. Чтобы, как говорится, да. О, что-то прям реально, смотрю, у нас прочность, еще один ключ есть. Я может ложать, пока ты зайдешь, я эту дверь открою. Ну, открывать. Молодец. А я в любом случае, скорее всего, это закрывать. Блин, что-то игра прям сыпет реально, да? А, вот раз она прям идет. Прям хорошо прям. Ладно, здесь, скорее всего, просто лут у нас. Поэтому... Поэтому я аккуратненько все смотрю сейчас быстренько. Растяжечка. А, вот если ты куда я пошел, там нормально так растяжка. Не-не, пошел в другую сторону. Блин, самое такое, конечно, что здесь, знаешь, очень много этих переулков, но тупики чаще всего. Вот это, конечно, расстраивает чуть-чуть. Мина, блядь, перед дверью. Добрый вечер. Так, здесь ничего же нету. Здесь у нас с тобой ничего нету, собственно. Собственно. Еще одна мина посередине, это охуенно.
Что за звуки, блять? Растяжка на растяжке. Да. У меня в специальном. Ну, у меня в комнате, типа, ничего нету здесь. Я в одну комнату зашел, здесь вообще ничего нету. То какой-то звук около дивана, знаешь, как телек, короче, который этот шумит. О, да. Канистра! Ну, я все, она я на 15%, короче, есть еще. Я с своей стороны вроде как все нашел. Ну, у меня только одна комната осталась, поэтому я сейчас быстренько ее гляну. Там просто мина надо там аккуратненько. Бам, нахуй. Так, что у нас здесь? Здесь нихуя нету. Но здесь, короче, тоже у него ничего вообще. У меня только канистра на 15%, поэтому можем, как бы, да. Ее, собственно, заправить. Блять. Долбоёб, блядь. Тебя убило? Не, ну. Ёпта. Ну, пиздец, блядь. Сколько бутылок, блядь. Сколько хп хоть? 11 осталось. А, ну вот на себя аптечку ебани. 36, блядь. Ну чё, охуенно. У меня 49. Просто, блядь, почему так трудно обойти её? Охуенно, блядь. Ну, я просто решил, по-моему, вот так чуть-чуть просто понтануться, всё. Погнали сразу. Только сразу, давай стартанём, сразу устанавливаем тогда. Да, да. Не хочешь останавливать, тварь? Но он не останавливал. О, подводный, тот самый подводный этот этаж. Смотри. Только всю не тает, смотри, у нас подводный этаж. Можем его, кстати, тоже за это посмотреть. О, сколько здесь бутылок. Это что, блядь, было? Ты слышал? Да, взрыв, как будто кто-то подорвался, как будто. Да. О, блядь! Чел! Замучил, бежит какой-то, блядь! А, вижу, реально. А че он хочет? Подожди, кто это вообще, блядь? Это клон. А, это, слышь? Это, короче, тюремщик такой же. Он вроде безобидный, он будет с тобой просто здороваться вроде как. Здороваться. Это где ты, блядь? Я вот. А это твой клон, смотри, твой клон. Смотри, вот я прыгаю. Не-не-не. Это твой клон, чел. А его убить причем можно. Да, но короче, это понял, это просто такой же тюремщик, который, типа, ну, будет здороваться что-то и все, тоже здороваться. А он может растяжку активировать для себя? Ну, по идее, да. Ну смотри, он за того бегает. Ладно, я пошел туда, схожу тогда. Да, прикольно. Прикольно, первый раз только соседям. Стрёмный. Бля, так смотри, здесь под водой могут быть мины тоже, знаешь, или капканчики. Тут вон мухи, электричество, блин. Да. Это, конечно, жестко. Ой, тут ток иногда сразу. Ой. А ты тут что ли был? Не. О, блин, ну... Тут везде это электричество в комнате, не. Ну не, у меня нет. Бля, мне так стрёмно, чел за мной бегает просто, блядь. Бля, прикинь, сейчас он кажется предателем. Чё, прикинь, он кажется предателем, с ним в одной комнате остались, он всё, блядь. Сейчас с вами в лифт поедет. Не, он не поедет, останется, блядь. По идее, должен, по крайней мере. Но я канистру нашел на 15%. Хоть что-то, можно ей, кстати, заправить ещё до конца, пробовать. Я там всё облутано? Ну, я понял, там комната с электричеством, не могу не знать. Я понял. Бля, попробовал через мух пройти, но я не очень хочу. Бля, чел, отойди ты нахуй. Не, ну через мух, смотри, если ты будешь бежать, они до какого-то момента будут за тобой бежать, и все, я останусь. Нахуй. Короче, будь аккуратен, капканы стоят, если что, под водой. А вот если так подумать, нам дают подарки. Да ты? Нет, не ты. Нет, я там, я на возле. Если мы полностью лутаем комнату, там всегда дают подарок. Я не знаю, я просто заметил то, что типа вначале только дают подарок, а потом нет вроде и все. Где-то. А желтый не ломай, их смысла не ломать, там ничего не падает. Не бутылка, не бутылка.
Но он такой бесполезный, там лут их бесполезно. Проще вот эти большие ломать, что чаще всего выпадает. Ну че, я сам не пытаюсь. Там все электричество, там нет смысла. Можно ехать работать. Ну поехали, давай заправлю сейчас этот канистр, который у меня есть. В целом можем ехать дальше. Все, давай, чел, пока. Да. Да, второй этаж. О, смотри, вот писатель. Хочу жрать, хочу жрать, он написал. На, блядь. Все бы, успокоился, ёпта. Сколько там процентов? Бля, 20% канистра, на канистры сейчас скачешь. О. А что такое экстра? Что такое экстра? Не знаю. А, опять наебище. Ты уверен? Да. Ну дымится, типа, все опять. Но здесь могут быть еще. А, тут еще кто-то разговаривает, блядь. Да сколько бутылок, кстати? Меня 12. У меня 32, блядь. Ой, я нашел гаечный ключ. Тогда сколько процентов? Том. Вот, нам нужно. Получается, их будет 4 уже еще. Только одна, что один проход здесь? Да, здесь только один проход. Да, это самое херово такое в этой локации, что здесь ничего не видно. Да, тут, кстати, темнее, да, фонарик. Там ничего нет впереди? Есть вот. Есть. О, я пойду туда, короче. О, вот шестереночка. Сейчас соберу, надо собирать, короче, чел. Бля, нет. Там бутылки лежат просто здесь. У меня просто 3-4 уже. Сколько? 3-4. Ага. Ну я их просто схожу, собираю же это. Там мина дальше, еще кроме. Пульту. Бля, нет. Что это, чел? Что это было, блять? А, какой-то червь. Да, у меня не работает фонарик. Не работает. А пошли вперед. Бля, чел. А, меня что-то жрет. Уходи, уходи от своей туда. Давай, давай, чел, ебаш. Вот сюда, сюда, сюда погнали. Пизду, короче, я рот ебал. Ну все, у нас. Да, да, какая-то хуйня, у меня 29 хп, блядь, осталось. Бля, нам бы вообще не помешало, короче, этот, блядь, магазинчик. Вот это было бы, конечно, супер. Ну, блядь. О, блядь, как все подсвечивает хорошо. О, кстати, другая локация, слышь, смотри. Да, а что это такое? Подожди, что это лежит? Мина? Да. По-другому выглядит, ну ладно. Не, просто это. Бля, другая локация, вообще другая локация. Там же есть газовая это. Да. О, маленькая, смотри, какая-то маленькая коробка, здесь первый раз вижу такую. Бутылки, кстати. О, грабли 100%. Вот нам нужно. Ты, бля, чел. Чё? Ну, хочешь, подойди, посмотри здесь что. Чё? Только не ломай, смотри. Тоже видишь вот эту коробку? Ты видишь, что с ней происходит? Ну да, она просто застряла. Не, там может какая-то хуйня будет на самом деле, если честно. Не, слышишь, она была в текстуре, по крайней мере, видно. Да. Постоянно. Цветов никогда не было. Да, прикольно. Это просто сейф комната, где можно просто залутаться, грубо говоря. Ну, у меня канистр есть, там чуть-чуть проехать, как минимум. Да, еще раз сканирую, сейчас посмотрим. В целом, бутылка осталась, 2 мины и все. А вот ключ, что ты, блядь, не взял? Я чел, аккуратненько, давай. А вот, смотри, что это? Где? О, какая-то хуйня там была. Не, ничего такого не было там. Не, вот это сейчас говнорнее. Че, погнали? В принципе, здесь все. А там что-то забыл. А, там бутылка вон лежит.
О, ну давай еще. Получается, у нас с тобой, у нас, короче, полный комплект гаечных ключей. Они полные, но я один потрачу сейчас. Да я еще грабли 100%. Ты, кстати, можешь класть сюда же, где эти, короче, лежат гаечные ключи. Грабли? Да, да. Попробуй. О. А я один гаечный ключ его использую максимально. Все, погнали тогда. 29 уровень, кстати. Сразу, может, на 31-м может выйти. Ну, мы сейчас так и выйдем, блин. О, бля, подожди, дай сканировать еще. Вообще ничего. О, аптечка. Ого. А, она, видишь, теперь растяжки. Гриб, тут че, гриб, смотри. Но он медленно, чело, забей. А если он на растяжке добавит? Смотри, он будет пуляться сейчас какой-то хуйня. Ну, бля, нам по-хорошему туда пройти бы, залутать. Он пойдет дальше? По идее, да. Нет, не, он здесь стоит. Ну, чел, иди сюда, блядь. Бля. А у тебя урон есть? У меня, кстати, урон есть. Бля, рискнуть его, ёбнуть? У меня просто 29 хп. Стой, у меня что, плюс... У меня плюс 10% к садящему урону. Ну давай, попробуй, ёбни его чем граблями там, не знаю. Пока вот здесь вон. Давай, смотри, смотри, его наебал. Смотри, его наебаю здесь. Чего? Я, короче, вокруг стеллажей бегаю, он за мной бегает, ну, ходит. Он, я его наебаю, смотри, как жестко. Давай, давай, бей его в спину, нахуй. Бля, ща. Так. Так, давай, давай, пизди его, пизди, пизди. Аккуратнее, аккуратнее, чел, аккуратнее, аккуратнее, отходи, отходи, отходи. Он у тебя агрится? Да. Вводи, вводи его, вводи, вводи его, только не ко мне. Давай, 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 пизди его, пизди нахуй. Ну, отсосал хуёчек, блядь, мальчик, блядь. Грибочек, блядь. А понял, все, тебе... погнали, короче, лутать. А где здесь растяжка была? Где здесь растяжка была, ты говорил? Вот здесь она была, он ее походу то ли деактивировал. О, видишь, она вот здесь была. Да. Видишь, по коробочке. Причем, вроде, сканер раньше не показывал растяжки. Показывал. Ну, он 4 уровень, если ты что хочешь. Опа, аптека, я еще залутаю. Потому что у меня 29 хп. 29? Да, было. Сейчас 54 уже. Опять гриб? Опять гриб. Где? Слышишь? Ну, слышишь звука. Ты тут посмотрел комнату? Да. Слышишь? Ну, блин, опять гриб, блядь. Да, ну, я, ну он, наверное, встал. Ну, можем его наебачил здесь, что ты хочешь? Не, его нет. А, реально, во, смотри, валяется там, поеб. Где? Во, смотри. А где ты вообще, блядь? Ну, там, где мы его убили. Все, я его убил. Ну, можем мясо. Давай мясо возьмем. Че, можно хавать? Не. Ну, не знаю. Продать, наверное. Можно, можно. Наверное. Да, коробки поломаем еще. Канистру? Ну, у меня гаечный ключ был только, и все, я бутылки понаходил. Я аптеку. Крушить, ломать, ломать 100 ящиков, блядь, нормально. Это достижение, бля, конечно. Ну, так уже, блядь, получше, как будто говорить. Ну, все, я использую, короче, ключ свой, все. Остальные ключи лучше не использовать. Че, let's go, let's go. Давай сломаю желтый топор. Ну, блядь, согласись, у него как будто бы интереснее, да, теперь играть? А, есть такое. Че за хуя сейчас была? Там звуки какие-то восстанавливающие сейчас были. Давай нахуй закроем эту дверь, блядь, в пизду ее, блядь, реально. В целом можем ехать, да, смотреть, типа. У нас с тобой 4 уровень скарлами, да. Мне кажется, скоро он захочет жрать, и у нас топливо, но он как будто вот. Ну, мы сейчас остановимся, блядь. На 3-4 уровне. Ну я прям чувствую. Видишь, он уже язык, смотри, видишь, протягивает. Но он будет писать. Потоп, чел. Давай, да. Сканирую. А что ты говорил, нужно вон, ничего не нужно там. Оно перезаряжается просто. Да.
О, чел, смотри, электричество, кстати. Вот эта проблема, мне не нравится этот уровень, блядь. Блядь. Гриб? Да, гриб. Ну, слышь, либо он забаговался. Ну, опять же, можно пройти, только если пробежать прям просто. Но это рискованно. А по этой нельзя пройти? Ай-яй, больно, больно, больно. Бля, как тогда? Даже если айси мясо кинуть. Что изменится? Проще выкинешь мясо или? Ну не, чел, бля, я не знаю как. Ну погнали дальше, нам ехать надо. Ну а у тебя бенз есть? Нет. Ну вот. А как? Ну я хуй его знаю, надо пока пройти. Вот как-то этого долбоёба гриба, бля, вообще нормально, что с грибом мясо вообще падает? Бля, я не знаю, что ты веришь, как проходить, честно. А если бутылку кинуть, чё? Попробуй. А сколько у тебя хп? Получается, ты... когда на бортик встаешь, типа ничего ниже не будет, нет? Да, вот на бортик ничего не будет, шел. Ты, получается, на бортик встаешь. О, блять. На бортик встаешь, все окей. Бля, аккуратнее, аккуратнее, чел. Сколько тебе хп-то? 5. Ой, блять, что до сих пор бьет только? Аккуратно. По бортику здесь, понял, надо ходить, короче. Да, на канистрочку найти. О, аптека, на, бери. О, блядь, чел, это пиздец, сейчас хуйня с игрой. Что? Смотри. Ну, пройди сюда. Смотри. Чел, мой двойник гриб, блядь, бери аптеку. Нормально вообще? Ну, вообще а кайф. Грибу можно набрать на мину по дороге? А если, смотри, грибу бросить мясо? Посмотри, кто из вас настоящий? Ты настоящий? Я вот пошел в другую комнату. А, рядом клон стоит. А если грибу мясо? Я нашел канистру, можем уже съебнуть здесь еще. Погнали. Ты аптеку использовал и занул? Да. Бля, капец, гриб, блять. Чел, это просто гриб. Не, реально. Ты-то уже в лифте? Нет, еще. Я до конца прошел. О-о-о! Мой двойник, короче, наступил на капкан, блядь. Ну и все, и стой тут нахуй. Лох ебаный. Ну, короче, если ходить по бортам, то ничего такого не будет. Там, конечно, нужен паркур. Я уже в лифте еще. Я тоже. Давай, короче, погнали сейчас сразу на следующем этаже остановимся, чтобы этот чел, если захочешь жрать, то пизду. Или проедем два этажа. Не, давай остановимся. Ну давай на 37-м остановимся. Да, мы уже дальше прошли. Так, это сейф комнаты, что ли? Да. О! Че нашел, че нашел? Ну, зоопарк, я говорю. О, сюда! Лут! На сканер сейчас будет еще лучше. О, чел! Еще, пойди, еще да. Рекомплект. Что это сейчас было? Ничего. Тут свет обрубился, чел. Чего? Свет обрубился. Че, давай ящик поломаем, где-то сейф комнат, скорее всего. Я же сказал. Я как чувствовал. Ну, шестерня это очень хорошо, кстати. Чем плохо. Что сказал? Шестерня это хорошо, чем плохо, говорю. Надо, чтобы улучшать сканер. Не, базу стану. Бля, вот магазинчик бы, конечно, сейчас было бы зависеть. У меня 46 бутылок, блядь. А что мы там купили? Канистру, 100%. Потому что у нас с тобой гаечных лучей очень много. У меня еще один, блядь, еще один есть, блядь, на 100%. А канистра нам нужны 100%. Потому что канистра, видишь, меньше намного сейчас. Какого-то хера. Так, улучшаем. Пятый уровень у нас с тобой. Теперь этого самого, да. Бля, у нас с тобой, у нас раз, два, три, четыре, пять ключей один у меня, и еще, блядь, есть это нахуй. Самое. Нормально. Да, что-то сегодня пободрее как-то идет. Здесь, в принципе, все. Да, вон там что-то. А, это мина. Да.
Экстра мед, мед средний. Ну а он сам становится. О, деньги, ну блять, опять проебал. Блять. Давай сразу сейчас. Пост, пост, самосбро. Ты туда хуйню можешь ломать, самое интересное это. Чего? Что это, блядь, звуки? А. Может это, короче. Блять, тут их два чел. Блин, нам канистра нужна. Да не, давай пойдем. А я могу их? Ну подожди, я. А, им похуй, знаешь, слышь? Подожди. А им похуй. Они застряли. Нет, они застряли. Ну ты их проблема, блядь. Ну это человек проблема, что они застряли, понимаешь? Бля, два гриба. Может это вообще баг, что тебе грибы теперь появляются? Что мы убили одного гриба, они теперь нам хотят отомстить? За своего собрата? Ну да. Но их чел наебать очень, очень просто, на самом деле. Бля, два гриба просто. Добрый вечер. О, не канистра. 50%. Блять. Чел, останови меня, пожалуйста, я умер там. От мины нахуй. Я просто дверь не открывался, я, конечно, пытался подорвать нормально и все. Там, конечно, с другой стороны пройди, там грибов. Там у меня, короче, эти бутылки еще лежат. Да и им похуй, чел, забей, их можно наебать еще легко. Ой, бля, червяки, червяки, ну ты просто ходи, беги просто, и все, они тебя не тронут. Мин аккуратней. Сейчас скажу, какую дверь. А, тут я прямо вот тут лежу, да. Бать, сколько бутылок, да? У меня там еще ключ еще лежит у меня. Должен лежать. О! Да червяки просто, просто когда бежишь вперед, они тебя не трогают вообще. И где тебя установить тоже? Ну посмотри, есть ли или нет, или в другой комнате, там 100% есть. В другой комнате есть. 100%. Там еще в этом коридоре бутылки лежат. Здесь нету? Это... Ебать. Идите нахуй, идите нахуй. Чел, в какой комнате ты можешь не восстановить? Ты остановился в курсе? Да, я знаю, прям это. Факт игры. Бля. А че ты не пошел-то? Да я не пошел, они сами на меня пошли, блядь. Да идите нахуй! Я еще умру нахуй. Вот аптека лишь берет. Ладно, там аптека. Ну беги, короче, ладно. Все, 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 да-да-да. Так в той комнате ты можешь восстановить меня в маленькой комнатке. Бля, чем у меня тут экран, из-за экрана. Да. Из-за режима экрана. Там канистры лежат еще впереди. Конечно, в той комнате мухи были, там есть маленькая комната, когда проходишь, там восстановительная хуйня должна быть. Вот, вперед иди, вон вперед, видишь, вперед маленькая комнатка. Там должна вот восстановительная хуйня быть. По идее, нету? А. Ну та ебашь на следующий этаж, что там должна быть. Ао, нет. Ао, давай. О, от души. Так, что есть, че-че? О, мне 37 бутылок сохранилось, нихуя себе. Прикинь, бутылки сохраняются, самое интересное, прикол. Че, ебашим отсюда, да, уже? Я подожди. Бля, чел. Это газ, 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 уходи, уходи, сейчас умрешь нахуй. Бля, я умру. Пати, умру. Блять, я вот прямо у выхода умер. Давай, сейчас беру. А там газ, потому что газ, ты наступил на газ. Бля, здесь больше нет восстановителей, хочешь сказать? Чему может? Не, попробуй установить. Она взорвалась. Так, у нее взорвалась. Нет, ты в другую комнату ходил, в другую сторону ходил? Вот мухи вот здесь были, я с вами ходил. Бля, куда я иду вообще? Братан тебе. Не, в другую там ходил в сторону? Не.
Ну сейчас скажу, может там есть смотрите на хуйня. Знаешь, что меня ударило, блять? Опа, нихуя себе. А что ты стоишь здесь? Да я тебя наебал, чел, все, успокойся, блять. Стоит он, блять. Вот в этой комнате может быть, посмотрите, нахуй. Ща позорю. Да. На, свои грабли. И канистру. Вот эту. Сохрани лучше. Я тут заправлю. Кстати, тут раньше, кстати, в курсе под этой слизью были мины, кстати, самое интересное. Ты где, блядь? О, блядь. Чел, ты где? Я возле лифта, ты проснулся, нормально. Ага. О, тут гриб валяется, слышь? Здесь гриб валяется, он. Ну, пойди, можешь встать. Да он не встанет уже давно. Так, блядь, там мина, так что я туда лучше не вырез, хватит на его нахуй. Да, здесь нихуя нету. Здесь он, получается, мину, что ли, вынес? Там ничего нету. Здесь, ну, здесь под слизью может быть что-то еще. Да не, погнали, смысл. Погнали, что? Там основное топливо. Ну, у меня канистра есть, дальше я ее заправлю на 15%, на следующем даже что остановимся, попробуем. Да это сохрани тогда лучше. Да, попробую сейчас остановиться на 40-м. О, 40-го сейчас остановлюсь. Так, давай, что мы тут можем купить? Канистра, давай я канистру куплю нам. О, мины, блядь. Вообще вам не покупать. А, это для грибов, наверное. Давай я канистру куплю, у меня 30 на это. А, тебе сколько? Бутыл. У меня 14. Давай, я купил одну. Так, эту я оставляю. Ой, блядь. Вот эту я оставляю, вот она стоит вторая. И у нас еще 50%. Да, я еще полностью заправлю, тогда поедем дальше туда. Что-то где? Может, имеет, знаешь, смысл заправлять чуть-чуть, потому что мне кажется, он голодает не из-за того, что нет топлива, может, просто в рандоме. Ну вот, я оставил 100% на всякий случай, это чтобы вообще, типа, ну, на овер... На всякий случай, грубо говоря. Каком уровень же? 41-й чел уже уровень. Нихуя мы далеко прошли. Скачок напряжения. Ну и в чем прикол? Просто сейф комната? Не. М? Не. А чё так? Ну если бы сейф. Нет, здесь есть обычная комната, просто где можно лутаться. Где нет никого. Ой, ну нихуя мне сколько канистры выпало, слышь, на 50%. Смотри, тут обрыв. Где? Ты только пошел вообще вперед или влево? Не, налево. Ща, вот, да. Я при этом еще осторожный там активировал. Че активировал? Мину. А-а-а. И там обрыв просто. Там ничего нету? А, здесь обрыв. Туда дальше пошел? Да, 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 я вам. Ну давай, перейду. Да я пойду там в другую сторону, чтобы нет. Потому что зачем в одну сторону, правильно идти за обоим. Здесь, кстати, восстановилка есть. А, здесь тоже обрыв, слышь? Блять, а здесь покурить нужно, я рот ебал, не буду рисковать. О, я нашел густок слизи. Чё? Густок слизи нашел. Я понял. Да, мы, в принципе, можем поехать дальше, давай, иди сюда. Бля. О, блядь, что тут хуйня на меня выскочила? Блядь. Да, давай, погнали. Там просто обрыв вообще жесткий. Хочешь, посмотри, там вообще жесткий обрыв. Я просто не буду рисковать, там вообще забей, там надо паркурить, видишь? Да. Все, погнали нахуй отсюда. На, червяк ебан, отсосал, бля, хуй. Да отсосешь ты, писюн. Да, блядь, у меня 20 хп, блядь. У меня 74. А, погнали дальше. По идее, мы уже, блядь, больше, ну, половину прошли точно, нам осталось половина. А, еще, но, кстати, от улучшения, еще, кстати, лифт быстрее едет, ну, сканера.
Есть такое ощущение, что у него вот лампа все выше и выше. Она висела как будто. Не, она так же вроде. Не. Но топливо, кстати, ну, хуй его знает. Давай на 50. На 48-м. О, это, кстати, комната. О. Причем тот был 37-й. Это был 37-й, это видишь, 48. Да. О, гаечный ключ у меня есть. Здесь ничего. Короче, у меня есть коробки, реально, здесь, вот этих больших коробок может канистры даже выпустить. Нихуя себе. Я в шоке. Вот, я так уже я в ней выпал канистры. Мне просто. Тоже сейчас только что выпало. Так. О, сколько бутылок. Добрый вечер. Ты все забрал здесь? Нет. Я только канистру забрал. Я понял. Ну, в целом, все. Так, у меня есть гаечный ключ, давай я его сейчас быстро использую полностью. Пока все остались. Да, у нас намного пободрее реально идет. У нас и полный комплект, ну почти 4 гаечных ключа, блядь. Есть целая, блядь, эта хуйня, грабль, блядь. Это растение, интересно, что же для чего-то будет? Растение. Ну, может просто как декор, да, может просто как декор. Здесь все, в принципе. Бля. А, слышь, можно слизью заправить. Да? Ну-ка, смотри. Попробуй. А, реально, смотри, нихуя. А может мясом тоже? Типа, это же чел хочет жрать, может мясом тоже нужно? Может ему, наверное, может быть, тогда дать вот в таких случаях. Типа, Надо слизь тогда эту собирать, понял, граблями. Аж стакается тоже. 54 уровень сейчас, 54 этаж. Бля, ебать комната. О-о-о. Так, ну я тогда пока поломаю эти самые. Бля, ну два гриба в месяц, это вообще жесть, да? Три даже там было гриба. Эти челики гриба, это вообще жесть. Да, прикинь, если бы они не застряли, то вообще забей было бы. Да? Вообще был бы кайф. Просто они по трендам выходили бы, вообще жесть было бы. Чё сюда пошел, так погнали вот здесь. Так, да. О, канистра лежит. 15%. Бля. Чё? Бля, чё, я сейчас умру. А чё такое, чё такое? Я в капкан попал. Бля, я умер. Я не могу обезвредить капкан. Блять. Я не мог причём его обезвредить, бля. Давай, сейчас беру там бутылки. Бля, ну откуда? Они как будто из ниоткуда появляются. Да под ноги смотри чуть-чуть. Там аккуратненько. Ну забирай мои бутылки тогда. Мой баттер. Бля, ну давай я вместо слизи да возьму чё. Так, ну здесь подъезд я даже могу установить даже. Бля, мина. Здесь навряд ли, а вон тут может быть. Да, вот здесь скорее всего что-то есть. О, нихуя, смотри, на мини стоит. Ебать. Ты видишь это? А сколько она хоть? Подожди, дай посмотрю. На 50%, кстати, есть что. Так, здесь у нас, ну, мина, блядь, понятное дело. Бля, ну я здесь ее не пройду, да? Бля, ебаный червяк, давай. Хуесос. Не, может, надо в моменте перепрыгнуть, тогда есть шанс. Перепрыгну. Я провел интернет. Сегодня не буду делать ничего. Куда здесь мина? Бля, червяк. Бля, чел! Меня убило, меня убили. Там сзади меня есть. Сзади меня, сзади тебя. Ты, блядь. Бутылки собирай, там канистры, это есть. И это я, из-за меня я. Потому что на кровать просто залезь, и все, тебя он не тронет вообще. Я на кровать только что залез, он не тронул бы. Бля, червяк. Да, собирай быстрее и ебашь отсюда, да. Бля, я умираю. Ну все, ебашь отсюда тогда. Это не понимай, это не понимай. Бля, червяк, это вообще отдельная песня, блядь. 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 Такой долбоебизм, блядь. Хули это хуесосина.
Гнида, блядь. Ну, это червяк вообще забей, блядь. У меня плюс 20 максимальных зарядов фонарика есть. Ебать, ну фонарик, прикинь. Плюс 20% максимальных зарядов фонарика. У меня дождь фонарик работает. Плюс 10 к исходящему урону, плюс 15 к еще урон ебанутый сейчас, плюс 26, и фонарик еще дольше работает, грубо говоря. У меня плюс 15 к урону, плюс 20 к максимальному здоровью, минус проходящему, минус 15%. У меня, короче, как бы один перк поменялся. Типа ты не приходящему этому, что ли? Урону? А, у меня плюс 15 к урону и минус 15 к минус проходящему. Почему проходящему? Ну смотри, получается у меня... сам минус 15 к проходящему урону и плюс 15 к исходящему. То есть, наверное, плюс 15 к моему урону и минус 15. А, это, наверное, в плюс, типа на минус 15%. Да, 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 меньше получаешь. И плюс у тебя еще здоровье ебанутое. То есть 121, наверное, да, на хп у тебя? Ну, 100... не, у меня сейчас 100 почему-то. Должно быть 120. Ну, бля, я не хочу играть там. О, вопрос. Что за хуйня? Вот, смотри, вопрос, блядь, что это такое? Не знаю. Первый раз такую хуйню вижу. Блядь. Какая-то хуйня, блядь, что это такое, блядь? То есть открыть? Нельзя, нельзя, нельзя. А, все, мы идем дальше. Хочу жрать, блядь. На, блядь, жри, ёбаный рот, блядь. Заебаешь, блядь. Да, ну блин, так все хорошо шло просто. И там еще, понимаешь, вот та канистра, плюс у нас купленная канистра. Ой. Плюс еще у нас вот полный комп, у нас 4 блегачных ключа, блять. Еще прокачанный этот. Мы могли просто проехать, если там было бы всего там 80, мы могли ну, бы да. проехать. Ну, возможно, да. Скорее всего, это невозможно. Ебаные червяки, блядь. Короче. Не, просто я как-то уворачиваюсь, блядь, они так иногда не наносят. Ну, я вот прыгнул влево-вправо, но что-то. Ты где? Опять мухи. Ну как пошел-то? Вперед? Не, налево вроде. Тут налево нет никакого прохода, только вперед. Тут вперед. Значит, я просто уже знаешь, настолько оно все идентично, что я просто понимаю, что как будто я вперед пошел. Влево, так, канистра есть на 15% у меня. О, бутылочка. Ты ту кому-то бутал? Какую ту? Противоположную от меня? Да. Да, там мульти. О, канистра. 5%. Так если к ним не подходишь, ничего не будет, если что. Я, нет, они чуть-чуть, ты вроде подходишь и начинают апериться. Ну не, я мимо них еще прохожу, ничего нет, в ту комнату дальше, которая вперед идет. Не, в ту я прошел там тоже. Так, где то погнали, что, обратно, да? Погнали ту открывать. О, подарочек. А если мы у него открывать? О, у нас три канистры, что, блядь? Ну, одна у меня на 15%, я ее заправлю. Че, погнали в ту комнату тогда? Да. Так, восстановительная хуйня есть? Ну какой раз здесь проходил, вот я так дверь иногда толкаешь, смотрю, здесь нет. Нет мин. Потому что здесь иногда мины есть. Ну, Настя, у меня пустая комната есть еще. Просто пустая комната. Опять. О, канистра. На 100% добрый вечер. Две бутылочки же залутал. Ну, в целом у нас канистр. Всё. О, батарейка, слышь, возьми себе батарейку, вот. У меня просто фонарь, у меня пик просто на фонаре есть, вот батарейка лежит. Что, у тебя фонарь будет дольше работать, короче, и медленнее, короче, он будет разряжаться. Ну, заметил, в прошлый раз не было такого, да, что там сирена заработала, не было такого в прошлый раз.
Но в принципе у нас с тобой... Да, можно, да, как бы еще просто тоже на многих этажах. У нас особо... с тобой... Подожди, это на сколько? Так, первые две у нас по 100%, а третья на 50%. Одно это... Вот так, сейчас заправлю на 50%. Все, можем ехать. Let's go. Бля, вот, говорю, нам сейчас просто нужно и сканер прокачать, тоже было бы хорошо вообще. Ну, смотри, сейчас вижу, дают много канистр, но нет ни для сканера шестеренок, нет ни гаечных ключей нету. Даже шестеренок нам реже всего вообще попадалось, да, сколько мы играем. Да, сейчас прошлую катку вообще нормально прям давал, 3 сразу или 4 там нормально. Счет напряжения. Ой, ебать, что это? Ой, что это? Что это, блядь? А, сейф комната? Да. Прикольно. Прикольно. Это... Необычно, да? Так, ну я заправлю. Давай. 15%. Так. Давай ключ использую вот этот, то что он написал на 65%. Я его полностью использую, а второй ключ на 100% у нас. У меня еще хилочка есть, тебе нужна хилка? Не, у меня сотка. Все, у меня хилочка еще есть. Подожди, я могу как-то положить куда-то? Не, не могу. Кого слить? Я птичку не могу никуда положить. Ладно, погнали еще. Да прикольно, да, выглядит? Прикольно. Мы сейчас, наверное, на 18-м. Мы сейчас на нем, конечно, остановимся. Интересно. Ебать, что это? Это сейф тем. Не, человек, если там ставится знак, значит какая-то есть хуйня. Бля, погнали в одну, погнали сначала в одну сторону, потом в другую вместе, что его нахуй. Типа отдельно сейчас, ну, уебемся, такое все будет. О, гаечный ключ. Погнали, Я топливо здесь. Бля, чел, здесь? Вернись. Ну давай, я тебя подожду здесь. А, вот, я слышу, вот прошел. Насквозь. Ну, вообще, кстати, знак, это не всегда же какая-то комната должна быть сейф. Ну да, может быть есть какой-то тоже с червями. Ну да. Погнали дальше тогда. У меня две аптечки. У меня одна аптечка нормально. У нас еще два ключа на 100%. О, деньги. А, хуй, блять. Значит, на 22-м остановимся там. Ну в целом, насколько у нас тут по 3 по 100, что ли? Нет, одна на 50. А на 80, на 60 даже одна. Можно даже не лутать, в принципе, проехать дальше. Да не, ну давай вот тут вот хотя бы начать. Да не, нормально. Давай, давай, без проблем еще. Ну, шестереночку бы найти, вот это было бы заебись вообще сейчас. Там что-то есть? Что-то... О, блядь, стяжка. Аккуратнее здесь этот. Нормально, бутылку сломал, бутылку залутал. Че? Впереди ничего нет. Погнали, что назад. Только здесь растяжка аккуратнее. Я знаю. Бля, чел знает, да. Ну я вроде, ну да, я просто разогнался. Че, понятно, в эту дверь? Растяжка. Аккуратней. Ну лучше, нет, давай, нет. Давай что так ее. Ты ее сломал? Да. Понял. Там дальше мина, впереди, там впереди мина. Так, здесь мухи, чел, здесь лучше не идти. Назад, если что, не идти. Там мухи. О, шестеренка! Добрый вечер! И на 100% счет топливо. Ебать, игра, спасибо, бля, что даешь. Такой лут. Да? Да. Алло. Да, да, ну в смысле, я же отошел, но почему меня зацепило все равно? Да нам далеко отходить прям. Я чуть на капкан не наступил. Аккуратней. Так, ну шестереночка, это прям очень хорошо. Да, только я прям пиздец медлительный. У тебя нет ничего там к переносу? Перка-то никакого.
меня тоже еще есть такой момент, что я случайно завязал аптеку, когда не хотел этого делать. А что, тебе нужна аптека? Не, но я случайно ее завязал. А, ну там пошли, там я все залутал. Так, шестероночка у нас есть, получается, у нас с тобой сколько? У нас 2 на 100, сейчас 3 на 100 будет уже. 3 на... У меня еще топливо. У меня тоже, у меня на 100% топливо еще. И поэтому медленно иду. Тут еще шестеренка. Давай где вот это на 50, ее, чтобы мы чуть проехали. Дальше. Давай, давай, сейчас я поставлю. Здесь, короче, 3 на 100 стоит уже. Давай, сейчас я заправлю полностью ее. Так, ну поехали что. Хоть дальше проехали. Да. Только нас смотрит, может, можно где деньги остановиться, кстати. Ну, у нас бутылок не особо мало, да. Да-да-да, дай. Ну все, ему надо прям чуть-чуть не обед. Можно, кстати, остановиться сейчас. Ой, тогда... бой, смотри. О, сейф тогда тоже был на 27-м. Ну это видишь, тут с этим знаком. Блин, знаешь, на что ты на фин, помню, там фин какой-то страшилки был. Там тоже такие много дверей было. И все, в чем прикол? Бля, может. Может, какая-то дверь открывается? Ну, не будем рисковать, давай. Ну его нахуй. Просто бутылку собрали и все, погнали дальше. Ну причем тогда тоже был на 27. Здесь восклицательный знак, здесь восклицательный знак, видишь, написано. О, 28, давай тоже с нами посмотрим. Бля, ладно. То есть две подряд, смотри, там две подряд, два подряд этажа. И больше, что это, блядь? Что это вообще, блядь? Ой. А вон сыкает хуйня вверху. Там мясо спит. Там... Может сожрет? Попробуй. А, здесь можно стоя ходить. Бля, что за комната вообще-то рандомная какая-то. Ты можешь стоя ходить. Так, а здесь что у нас? Здесь у нас канистра на 15%. Ой, в целом все, что ли? Здесь точно больше ничего нет там? А там дальше ничего больше нету, хочешь сказать? Ай. Не, нет. Блин, ну мясо, конечно, такое все, блядь. Кстати, в курсе эта игра реально русский разработчик, я же хуел, когда читал. Я прям в шоке был. Но очень похож на на Бакшот Рулет, который есть игра. По стилистике. Не? Есть такой. Ой. Так, ну чё, 31 этаж. Ну, кстати, мы уже были, почти дошли, до куда мы были. Где мы были. Можем, кстати, прямо сейчас сотку использовать, доехать до туда прям. Нам бы еще топливо собирать. Так, капкан аккуратнее. Так, ну я пошел туда в противоположную тебе сторону, ты пошел направо, пошел налево. О-о-о-о! Вот это очень хорошо, шестереночка. Это сверх хорошо, я бы сказал. Не? Это А. Ты взорвался? Нет, я, но я забрал канистру. Красавчик. Аккуратнее только, пожалуйста, с минами. У меня аптечка была, ладно. Так, ну я тут не буду рисковать, идти на его нахуй. Ну я даже не успел ошибиться. Самое такое. О, канистра на 15%, мне тоже. Это, знаешь, звуки, какой лава, знаешь, в Майнкрафте, когда есть лаву, когда ставишь, там такие звуки есть бурлящие. Вот точно такие же звуки у меня были. Блять, ебаный этот. Вот, я от него увернулся. Он, короче, знаешь, как от него уворачиваться? Там есть звук, придумал, когда он прыгает, ты можешь просто уйти в сторону. Да все, отсосал. Блять, тут ебаный этот червяк, нахуй. Ну, типа, он там есть звук определенный, когда он, короче, это... Когда он прыгает? Около меня, что ли? Чел, около тебя. Аккуратнее.
Вот смотри, он когда прыгает, ты можешь просто увернуться. Типа уйти в сторону и все. Бля, и хватит до сих пор, что муж нахуй. Бля, погнали, 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 пизду, блядь. Я увлекся. Чел, 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 пошли, пошли, пошли. Бля, а, меня он хуярит. Блядь. Я тебе говорю, погнали, 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 ну в пизду. Блядь, я думаю, я в лифте стою. Бля, ты дохуя червяков просто. Тебе нужна аптека? Да. На. Да. Блядь, нечаянно не было аптекой, блядь. Да, прикинь, у меня было бы одно хп, ты меня прям аптеку. О, не, поехали дальше. Ну давай тогда, давай сейчас, давай тогда одну канистру спазим, один гаечный ключ. Чтоб полностью проехать дальше прям. А, подожди, подожди. Давай вот эти коробки сломаем. Ой, не так. Бля, здесь током бьет, кстати. Не, я поэтому, чтоб хп не тратить. Да. Благо, можем еще позволить себе проехать дальше. Так, ну все, я, в принципе, правил. Конечно, если будешь ремонтировать, то ремонтируй первым ключом, потому что он использованный. Так, у нас тем временем третий уровень сканера, кстати. Мы почти приблизились до туда, где, откуда мы пришли. Блять. Да, заправь, заправь, заправь его. Да, я не могу. Что такое? 37 этаж. Сейф комната. А сейф комната была там 38. Также на 37 вроде. Нет, 38 был. Тут коробочки тоже маленькие есть, тоже ломать из них тоже что-то падает. Иногда. Так, ну ты здесь все собрал? Нет, я только. Ебать, я не откинула. А что ты не мог заправить-то, когда он лежать просил? А я, ну я же говорю, у меня иногда бывает так, что мышка выходит с экрана, ну у меня же, типа, а что ты на полный экран не сделаешь? А у меня на полном экране у меня текстура, ну по-моему, все фиолетовое. А, я понял. Так, у нас, короче, смотри, второй, третий, четвертый это полные ключи на 100%, а первый он использованный. Вот, поэтому иногда, типа, я стою, потому что у меня вылазит. Я понял. Вот когда был с червяком вот этот момент, вот у меня то, что самое было. Ну, поэтому у меня фулл экран. Ну, я понял. О, может, я тут... Тут эти... О, мы там... Ну, он как будто, не знаю, грипп. Ну, я могу, грипп. Я могу взять... Либо... Шестеренку. У меня шестеренку. У тебя сколько бутылок? Я могу шестеренку взять, у меня 22 просто. Да. А у тебя сколько этих? 20. 18. Бля, может ты канистру эту возьмем или канистру нахуй? На 100% прям. Ну что, проехать дольше, понимаешь? Да. Ну а с другой стороны, улучшение как будто. Ну а что мы получим, если мы улучшение возьмем? Он, короче, бутыльный магнат, кстати, подождите. Мы получим что? Мы получим сканер, во-первых, во-вторых, будет меньше топлива тратиться, в-третьих, он будет быстрее ехать. Ну, если меньше топлива тратится, как будто бы не лезть шестерен. Ну ты уже взял. Надо поехать дальше, что ли, не пойму. Чё за хуйня? Нормально. Я не могу её использовать, чел. Попробуй ты. Попробуй ты, вот тебе надо сюда нажать. Я знаю, я. А, нет, все, это максимальный уровень, типа. Или пока не знаю. Не-не, я четвертый уровень. Я не знаю. Ну, хуй, он просто так пытается или, блядь? Нормально, могли конечно купить. Да. Может, не надо было просто, что она красным, что по идее она обычно должна быть. А что? Красный, да. Не знаю, типа, может, липовая какая-нибудь, типа того. Че, ты в ту сторону пойдешь направо, я пойду куда-то налево, сканяю. Ну давай, да, я направо, налево. Блять, капкан, ебать. Уебать бутылок здесь. Так, ну в целом здесь все. Бля, туда что ли пройти?
О, у меня это есть ключ. Я могу, о, я могу мину же сейчас обезвредить. Бля, ебаный. Да иди нахуй, ёпта. Ой. Я могу сейчас мину обезвредить, самое интересное. Я обезвредил мину. Заебись. При помощи горящего ключа можно обезвреживать. Блять, не могу попасть по этой мине. Ну, пока лучше не трогай. Хочешь, я обезврежу сейчас? Я еще обезврежу ее. А, долбоеб, отсосал, блять. Эй, я на всякий случай пойду, на, у меня 20 хп и... Да-да-да, давай я быстренько залутаю. Потому что я могу, у меня горящий ключ, я могу на обезврежение сделать. Там просто нет, там где я был, там комната чистая. Вот, он в момент прям ты... Че, там все залутал? Не, ничего не залутал. Ну давай я скажу еще. Там мины, если что, в одной сколке. Да, ничего страшного. Ну давай, блан, давай. Отсосешь ты хуй, блядь. Ну отсосешь же писюму, блядь. Так, тут темно, сейчас даже мне фонарь зарядится. В какой комнате там мины? Ну, первые двери в правой. А в левой ты тоже ничего? А, во, я вижу. Влево я вроде обезвредил. Нет. А, слышь, скорость это скорость, это шестерня не для сканера, а шестерня для этого. Для бака? Да. Нет, для, ну, вот этой... Клеть, вот, который мы ремонтируем? Да, да. А, нихуя, реально? И что она дает? А, я не знаю, скорость, но это было на скорости, скорость починки 100. Я понял. Ну, кстати, блядь, можешь реально выделить один нам этот гаечный ключ, чтобы, короче, этот, блядь, обезвреживать все, чтобы безопаснее проходить. Ну, это, мне кажется, у нас будет мало хп, но сейчас у меня мало. Ну, просто я сейчас прям вообще на изи и мины, блядь, обезвреживаю и хожу просто спокойненько, и все. О, канистра здесь, кстати, еще. Курс. Ну, у нас осталась одна канистра на 100. 10-15% батареечка. Ну, я еще заправил на 50%, 25%. Ну, бутылочка. Так, ну в целом здесь я все залутал, здесь больше ничего нет особо. Можем, в принципе, ехать дальше. Там просто была канистра и гаечный ключ. Не, агониться просто была. Че, едем дальше? Да, у нас осталась одна канистра на 100. А и... что, а что ты улучшил-то из этого? Вот этот щиток. А, уровень первый? Скорость, ну скорость, типа, имеет, не знаю. А, скорость починки, может, типа. Хотя, может, скорость лифта, не знаю. Мы ее топливный бак тоже можно, короче, улучшать, слышишь? Ну да, как будто мы быстрее, видишь, как улучшать. Ну да, 51 уровень. Смотри, мы дальше едем. Ну, смотри, топливный бак тоже можно улучшать. Хм. То есть можно обычные, можно, конечно, обычные эти. О. Можно шестерни не только на этот использовать скайр, но и на это тоже. Интересно, я не знал, кстати, этого. О, бронежилет. Какой бронежилет, блядь? Бронежилет, пожалуйста. Чел, нормально, просто спинаешь, ходишь, этот, блядь. Ключ. Я один буду использовать так, чтобы обезвреживать все. Что? Вообще, знаешь, есть такой момент, как будто червей или что-нибудь такое привлекает звук. Может, как только ты... Чё привлекает? Ну, звук, потому что как будто вот я когда перестал, залил топливом, то перестал червей. Может быть. Потому что они рандомны также. Че, едем дальше? А, коробку сейчас здесь. Ага. Сейчас мы дальше прошли, да, вроде уже? 53-й. Да. На 44-м или 48-м остановили. Не, 54-м вроде. Ты зашел? Да. Так, ну сейчас бензинос быстренько остановит. Улучшение мед среднее. О, вопрос 5.
Катя, отойди лучше от двери нахуй. Запустить. Блять, тварь, запусти. Смотри, а если к двери подойти, он тебя ёбнет. О, видишь, он бьет по двери. Тебе урон нанес все? Ну, тогда надо от двери отходить, конечно, в таких комнатах. Трос тебе попадается уже, да? 55-й. Так, давай я один ключ с собой возьму, чтобы все обезвреживать. Блять, что это? Что это такое? Взорвался какой-то. А, нет, это эти двери. Тут только одна дверь. Давай коробки поломаем, чтобы нет. О, гриб или что? Я не знаю, вот это не гриб, чел. Не. Ну, откроем, посмотрим, что. Еще себе. Он все заправил уже, да? Да, на 25. Давай откроем, посмотрим, что это. Его в целом очень легко обмануть, он медлительный, его очень легко обманывать. Его здесь можно так обмануть быстренько и все. Но здесь я никого не вижу. А, тут два гриба, чел. О, там аптечка, кстати, впереди. Забери. Но они идут. Да, пробовал, ладно. Давай, 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 на капканчик. О, на капканчик встал, дурачок. Так, ну давай я приду, ладно, дальше их обманул. В принципе, ничего сложного в этом не было. Два гриба просто, добрый вечер. О, а чё, тут еще одна аптека. Они в лифт могут зайти? Да. Да? Ну да, около лифта, они могут около... Да, они могут тебя около лифта зайти. Ты их лучше не на себя не багри. Ебать, чел, здесь... Бля, иди сюда, пожалуйста. Да, здесь канистра. Экипировка есть, сумка. А, это сумка, это сумка. Тихо. Бля, чел, да их вот, у меня ключ есть. Чтобы изрежать все это дело. Они, ты их сюда загрел? Не, я не знаю, может они пошли сюда. А, вон, да, идет. Ну, он медленно идет. Ну, погнали, что дальше. Смотри, вот. Опа, блядь, и все. А вон еще один гриб стоит. Три гриба. А там больше ничего нету. Там больше ничего нету. У меня аптека есть. Да. Аккуратнее. Короче, знаешь, кого можно обмануть? Вот сюда забежать. Давай сейчас. Давай так сделаем. Вот сюда забежим сейчас. Вот встань. Да, встань напротив этого, блять. Короче, понял, да? Напротив этого, блять, капкана. Я вот сейчас тут. Ну, иди встань, сейчас просто вот сюда заведу. Давай. Просто напротив его вставай. Давай, давай, мой хорошенький, иди сюда. Иди сюда, иди, иди сюда. Мухоморчик ты мой. Прям вот так стой. Он же встанет, на него можно убежать будет. Если не встанет, можно будет обмануть. Ну давай, давай, давай. На, дурачок, блядь. Бля, ебаная молодость. Бля, просто мобы, блядь, реально. А тут еще не греб. Ну, его здесь обойти можно вообще спокойно. Так, оп-оп-оп. Так вот для чего здесь можно, короче, понял, это делать. Восстанавливать, да. Это было бы удобно, если бы червей, например, можно. Капкан валить. Да, бля, три гриба просто, добрый вечер. Причем, видишь? Ой, это растратится вот эта хуйня еще. 56. Аккуратней, чел. Там кто-то взорвался? Это не я. Да гриб, наверное, там. О, шестерня. А, либо это челик может, знаешь, быть, этот, который как мы выглядит, наш клон. А, шестерня. Вот, используем, можно, да, давай на топливный бак ее используем. А, вот видишь, что прям показывает, смотри, я могу сюда, вот, давай топливо. Да, да, давай на топливо, давай на топливо. И чем давай. Прикол? Топливо 105 у нас теперь, и потребление 95%, видишь, он будет меньше потреблять теперь. Так, ну давай, что, куда пойдешь? Давай, я давай я сюда схожу. Я направо. Я просто гаечный ключ, если мину будешь видеть, их не взрывай. Смотри, если будешь видеть мины, то не, тогда их не взрывай. Потому что у меня это есть. Гаечный ключ, я их обезврежу. Я специально взял один себе, чтобы сразу так делать. Так, ну ладно, ты идешь, что я там вот. Так, аккуратненько здесь. Бля, фонарик. Ну что, ладно, я вот здесь пройду. Иман, да, кстати, какой-то самый длинный комплекс.
Да. Так, ну тут около мух ничего нет особо. Ты в дверь заходил? Только пошел-то. Я в дверь пошел, да. Нет, там сначала там мина. Куда это пошел? Назад что ли ушел? Не, в железную дверь я зашел. Так, ну здесь вот ничего нету. Я одну обезвредил, но вторую не буду обезвреживать. Так, я пошел-то дальше, зайду внутрь туда. Мина. Ну все, здесь тупик, больше здесь ничего нет особо. У тебя сумка была же, ты рюкзак взял с собой? Ну, надел на себя рюкзак? Да. Ну все, теперь 4 слота есть, это уже хорошо. В железную дверь пошел. Это пошел в ту сторону тогда. Следующий проход. Схожу. О, слизь. Да, собираю его. Тополево. Причем, как я помню, тот говорил, что чтобы обезвредить мину, нужно было полностью, типа, ну, гаечный ключ потратить полностью. О, у меня есть еще рюкзак. Ну, пробуй надеть его. Не опять золотом. Ну, заебись, тогда ты будешь носить. Тогда бери с собой максимально все, что можешь. Ну, в плане полезного. О, батарейка. Ну. Уже хорошо. О, канистра. Бля, ебаные мухи, идите нахуй. Куда пришел? Оттуда, наверное. А, я туда пришел. Так, а там что-то есть? Здесь тупик. Все, я, в принципе, здесь залутал. У тебя там все залутано? Да, все. В принципе, можем ехать дальше. Сколько у меня на 15%? Ну, давай, справа, погнали. Постой, я хочу слить. Ничего, она тоже заправляет, смотри, прикол. Да, 45. На. Гайм-то уже кончится, эти лифты. О, можно на 60-м остановиться. Давай. И на 61-м тоже можно остановиться. Так, чё? Не, давай 100%. Давай, бери. Да-да-давай. У меня 26, я ставлю туда на восстановление. Давай сейчас сразу на следующем тоже остановимся, там какой-то восклицательный знак. Давай. Хочет жрать, хочет жрать он. Хочет жрать. Ты тоже, вот когда он только из луки делает, он хочет жрать, короче. Ой, аккуратно. Чел, ты меня? Аккуратнее, царя. Вот здесь чел повешенный. Ты видел? Твоя братишку убили. Осуждаем, бля, такое. Вы опустили? Это типа те, кто были до нас? Да, я тоже такую теорию делал. Просто чел, брать, ну, не выдержал этой хуйни, понял? Прикинь, он, ну, их же по двое как минимум, и его оставили на этом этаже, и все оставили, ни еды, ничего. У тебя лоу-чпи, что ли? Да, 10 хп. Ну тогда здесь оставайся, я буду лутать, потому что у меня 68. С твоим гаечным ключом. Все, ну жрать хочешь? Что жрать? Давай, заправляю его. Да, я не могу. Я просто вот в моменте, блин, промахиваюсь. Че, остановимся здесь на 68-м? Давай. Бля, он хочет жрать еще раз, еще закуня, что он часто захотел жрать. Все. О. О. Погнали? Давай. Собирай. Бля, так смотри, ну, будь готов назад бежать сразу же. Собирай, короче. Ты что, в конце он стоит? Там в конце, там тупо автоматы все. О, что это, канистра? Не только что, аптека, аптечка? Да, бери аптеку. Ну и все, больше ничего. Идем обратно. Пиво. Прикольная комната тоже, необычная. Видишь, походу, вот усложнение в конце, видишь, мы все, нам все чаще надо, мы больше, да, пропускать даже. То есть мы буквально на каждом этаже, грубо говоря, будем останавливаться. Да, видишь, ему нужно жрать, он тоже, видишь, два раза попросил жрать вообще. Вообще, что такое? Все, он с канистрой. Так, давай я оставлюсь, что, конечно, если будешь жрать ходить, то это фигаще. Ну, это значит, что мы уже почти близко. Блин, еще починить нужно. Мы уже почти
не знаю, в конце. Получается, да. По идее, да. Типа 4. Да, на 75-м остановимся, посмотрим. Ой, блин, что это? Ну, вот это код из мимов, блядь. Да, попробуй забрать канистру. Пока он не видит, пока он не видит. А чё он? Да. Он безобидный, он просто крутится. Не знаю. Нормально, чё, проверяет. Не, он просто крутится, чел. Ну, я к нему подошел. Он просто крутится. Это типа мем какой-то? Это мем, чел. Это код из мемов. Ну, а если бы нет? Прикинь, так он даже рискует. Смотри, меня, смотри, у нас никак такой не смотри, прям бак трясется. Ну, потому что надо заправить его. Давай сейчас. Ну, а поехали, чё. Все, у нас больше нет бензина? Да. Да, он как будто скоро жрать заплатит. 76 этаж. Ебать. Чел. Давай, погнали дальше, пизду. Глаз. Это пиздец. Ты видишь, что у нас на последних уровнях происходит? Это вообще жесть. Да, он сейчас жрать захочет, и все. Ну, остановимся быстро, мы остановимся. 78, все, мы, блядь, мы дошли до конца. 78 уровень, да, последний уровень. И что здесь? Выехала меня игра. Ой, меня провогнуло. Здесь просто деревья. Трава. Типа мы выбрали, что ли? Бля, тут есть какой-то проход? Типа вот. Что это? Самосбор. Самосбор? Да, типа. Ну а мы никуда не можем убежать. Клеть. Мы прошли, короче. Настоящий лифтер, пройдите демо. Бля, прикольненько. Ура, это говно. Ну понял, какой смысл? Типа, мы прошли до конца, но в итоге все равно, типа, ну, мы не выбрались нихуя. Мы выбрались, но не выбрались. Не, получается, стоп, у нас дом под землей был все это время. Наверное, я не знаю. Ну, мы выбрались наружу, типа, грубо говоря, и все равно, видишь, самосбор случился. То есть, грубо говоря, мы все равно не выбрались нихуя. Мы все равно, типа, ну, не выжили, как поменяется в этой игре. Нормально. Бля, прикольненькая игра. Бля, 79 этажей. Да, трэш. Ну, мы вообще могли пройти сам первый раз, да, могли пройти вообще изи. Да. Да, прикольненько. Бля, я посмотрел, что в релизе будет. Mm-hmm. Типа, да, они будут добавить туда, типа, бесконечные этажи, либо нет, либо также будут там, какие-то. Конечно, чё. Ну, прикольная игрушка. Бомля. Приколесная. Ну, главное, какую-то мысль, ты вот уже видишь, какая-то мысль есть. Типа, все равно ты идешь, выбираешься, в итоге не выбираешься нихуя, по идее. И причем это до нас еще много было. Да. До нас было дохуя челик, которые пытали выбраться. Кто-то морально не выдержал, кто-то вообще не смог, да? И в итоге мы их бросали, Чел такой думал, что зачем мне тратить, может быть, на аптечку, наверное, пол, или решил его, короче, кинуть. Ну да, возможно. Бля, ну прикольная игрушка. И самое интересное, говорю, в конце, видишь, мы выбрались куда-то, ну, замкнутое пространство, как будто тоже, знаешь, какая-то комната. Типа, иллюзия того, что ты это выбрался, на самом деле не выбрался нихуя. Да, ну прикольная игрушка. От русских разрабов прикольная игрушка. Но, говорю, Линтон Копа ничем это напоминает жестко вообще. Да? Алло. Есть такой момент. Ну да, прям очень жестко напоминает. Ну, прикольно. Необычно. Ох. Вот такая игрушка была. Вот такая игрушка была, это клеть. Мы прошли до конца в онлайне. Вот такая вот мысль, блин. На самом деле очень грустная мысль в конце. Реально очень грустненькая мысль в конце. Что ты якобы выбрался, но на самом деле не выбрался нихуя. Что это было, кстати, проделано зря, грубо говоря. И это как бы реально грустно. Поэтому такая игрушка была, демо-версию мы прошли. Будем ждать релиза, посмотрим, как будет что в релизе выглядеть. Реально, разработчики, кто это делает, реально огромное вам спасибо за такую классную игрушку. Реально классно, мне нравится прям. Идея классная, реально необычная идея. Похоже, да, на Linked Company, но необычная идея. Таких прям, по крайней мере, таких прям. Ну, хотя нет, я знаю, типа в Grids моде был такой, ну, карта, не знаю, там тоже в лифте нужно было ехать, типа так же. Но тут целая игра про это. Вот, необычно выглядит, необычно сделано, прикольно. В стиле Bugshot Roulette, прикольная игрушка, прикольно. Все, спасибо за просмотр, такая игрушка была. Увидимся в следующих играх. Давайте пишите мнение в комментариях, мне будет очень интересно читать. Будет очень интересно почитать. Увидимся в следующих играх. Давайте.